Всем привет, я Катерина, и я очень благодарна, что вы со мной. Вчера мы с вами говорили о том, что на улице очень холодно, severe cold, лютый холод, severe cold, -15, и в связи с этим такая фраза на английском. Ах, если бы я сейчас была на море, например. Как это сказать на английском? Ах, как я хотела бы сейчас быть на море. Или ах, если бы я была там сейчас. В английском языке это звучит так. I wish I were at the sea now. I wish, дословно, я желаю. I were, я была, at the sea. Я желаю, я была. Но переводится, ах, если бы я сейчас была на море. По идее, я была в английском языке I was, но именно в этой конструкции используется форма I were, именно were. Давайте еще расскажем. I wish I were. Ах, если бы я сейчас была где-то. I wish I were. Okay, good. Давайте еще раз. I wish I were at the sea now. Окей. Okay. I wish I were in Paris now. Ах, если бы я сейчас была в Париже. I wish I were in Paris. Окей. Okay. Ах, если бы я сейчас была рядом с тобой. I wish I were with you now. I wish I were. Ах, если бы я сейчас. То есть хотела бы я бы сейчас быть. I wish I were. Запомнили? Давайте еще раз. I wish I were here. Хотела бы я быть здесь. Вернее, оно так не подходит. Получается, ах, если бы я была там сейчас. I wish I were there now. I wish I were there now. Давайте скажем. I wish I were there now. Еще раз. I wish I were there now. Ах, если бы я была там. Окей, good. Надеюсь, видео было полезным. Хорошего вам дня и отличного настроения. Увидимся в следующих видео. До встречи. Пока.